Саратове появился детский военно-патриотический клуб. Он так и называется – «Патриот». Его презентация состоялась сегодня. Поздравить воспитанников с открытием приехал даже глава города. Это то, что сегодня нужно для нашей молодежи, для подрастающего поколения. Потому что вот все это как раз и даст возможность для того, чтобы дети выросли сегодня нормальными. Чтобы они не слонялись на улице и не занимались непонятно чем. Мы хотим вернуть любовь к понятию патриотизма, по крайней мере, нашим детям, для того, чтобы наша страна все-таки была и сильной, и здоровой в будущем. Заняться воспитанием юных патриотов решили совместно областное управление наркоконтроля и Саратовская епархия. В клубе ребятам уже преподают основы рукопашного боя, строевую и высотную подготовку. Учат стрелять из пистолета Макарова. Также мальчишки и девчонки ходят на занятия по истории Отечества и изучают основы православия. Мне это дает физическую подготовку. Я, так как я хочу после учебы отслужить в армии, и еще дают моральную подготовку, духовную подготовку. А вот эти вот закон Божий, богослужение, вот оно поддерживает человека. В клубе занимаются ребята от 6 до 16 лет. Пока их 35 человек. Но в ближайшее время набор воспитанников обещают возобновить.